Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. В сегодняшнем видео я хочу показать, где я беру и привязываю к кошельку, к некоторым криптомонетам. Потому что мне очень много стали задавать вопрос по этому поводу. Вот. Ну и решила я вот сделать такое видео. Значит, я делюсь экранами, где сама собираю со своими подписчиками, ну и с гостями моего канала. Значит, вот, например, биткора, да, BTX. Сейчас я вот скопирую. Я в основном все краны, все номера кошельков беру с биржи Криптопия. Можно также с любой биржи, если у вас есть своя какая-то биржа. Можно также, я думаю, брать и с любой другой биржи. Значит, где брать кошелек? Так, сейчас я покажу, на биржу перейду. Галочку я убираю. Значит, вот сюда в поисковик я вставляю BTX этот. Нажимаю Enter. И, пожалуйста, мне... Вот, вышел номер кошелька. Ну, кошелек, да? Вот, на зелененькую депозит нажимаю. Мне генерируется адрес. Я этот адрес копирую. Иду на микрокошелек. И я вставила его. Вставила. Так, валет адрес. Значит, сюда выбираю криптомонету, какая мне надо, и отсюда вставляю адрес, нажимаю на зеленую вкладочку, и у меня адрес сохраняется. Так, далее, и так можно с любой криптомонетой, например, да, вот, ну что у нас, так. Сейчас вот эту посмотрим монетку. Так. Также здесь нажимаю баланс. И таким образом с любой другой биржи можно. Я на биржу с Faucet Hub ничего не вывожу. Мне нужен только адрес. Номер. То есть сделала не туда, нажал близкий. Так, а вот Zcash, видите, сразу тут как бы можно нажать на Enter. Вот опять на депозит, и у вас генерируется адрес. Другая криптомонетка. Что у нас? Дикбуты. Например. И точно так же мы копируем, идем и вставляем. Мне чисто адрес надо. Я как бы... Вот, пожалуйста, дикбуты. Итак, вся криптомонета. Нажимаю на депозит. И генерируется адрес. Я его копирую и вставляю на микрокошелек Faucet Hub. Вот. Я не вывожу на биржу. Я только альткоины свои вывожу туда. А всю свою вот криптомонету я сначала меняю на биткоин. А с биткоина я уже меняю на Dogecoin. И потом уже я вывожу на свою биржу LeviCoin. Вот. Уже на другую биржу. Вот. Вот таким вот образом. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Как я уже сказала, можно с любой другой биржи также вставлять. Ну, если у вас там есть, ну, другая биржа, биржа много, правильно. Пожалуйста, пользуйтесь и вставляйте, и делайте там уже на ваше усмотрение. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!